видеозапись. Выставляю потом на Ютубе. Слава Богу. Братья и сестры, дорогие друзья, слава Иисусу Христу. Навеки слава Богу Святому. И ни в ком другом нет спасения, дамы, господа, возлюбленные дети Божьи, ибо нет другого имени под небом, данного нам, людям, которым надлежало бы нам спастись, которым спасены, которым спасаемся. Слава Господу! Приветствую всех именем Иисуса, с севера, с земли северной, с Петербурга, с берегов Невы. Слава Богу! И сегодня у нас 21 уже число, да, мая. Вот, и молюсь сегодня, преломляя хлеб также, совершая причастие, Евхаристию, хлебопреломление, как мы говорим, да, хлебопреломление, вечеря Господня, вот, воспоминание той самой, указание, как бы, даже в самом названии, там, как мы называем обычно, да, указание на ту самую вечерю, на тот самый ужин, который Иисус провел последний раз со своими учениками. Вот, и Он сказал, чтобы мы совершали это до скончания века, воспоминание Его. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Господь! И, возлюбленные дети Божьи, братья, сестры, паки и паки, что называется, снова и снова, спасибо всем за участие в моем служении, как православного евангелиста, реформатора мое служение. Вот, и здесь я эти дни на берегах Невы, правда, Петербурга почти не видел за все это время, вот, из-за вот того, что приехал и приехал простывшим. Но по милости Господня, я думаю, еще увижу Петроград, Петербург увижу. Вот, и хотя я успел таки попасть на выставку в Манеже, потрясающая выставка художественная, как для художника, для меня и как для христианина, это очень важным было событием в этой поездке. Называется «Жизнь после жизни» выставка. Она, кстати, еще идет, по-моему. Кто в Петербурге, то, я сейчас не помню точно, но, по-моему, она еще идет. Вот, да, должна идти еще по расписанию-то, до конца мая, по-моему. Вот, и кто в Петербурге, посмотрите, пожалуйста. Кто не в Петербурге, то уже тогда, конечно, ну, тогда со слов только могу объяснить. Хотя я кое-что сфотографировал, видео не записывал там внутри, я только так вот, общее такое, как бы, немного, обзор. Вот, но замысел сам потрясающий тем, что были собраны картины, вообще предметы искусства, все, что говорит о смерти и жизни, о жизни после жизни. Перформанс был, и вообще вот само общение хорошее, слава Богу. То есть люди, художники, там, творческие люди, приходя на такие выставки, вот именно задумывались о вечности, размышляли о вечности, о краткости земного бытия, о вечности грядущей, предстоящей нам. И очень, ну, я думаю, так задача прекрасно осуществлена. Единственное, что я там уже когда общался с людьми уже, в завершении уже, да, обзора, я сказал, что если бы я участвовал в организации, то есть минус все-таки, я бы сделал бы нечто большее. Акцент на не смерти я бы сделал, как там было сделано, собственно, в Манеже, а акцент бы сделал именно, как вот в самом названии было явлено, «Жизнь после жизни». «Жизнь после жизни». Что есть другая жизнь, и там об этом тоже говорилось, конечно же. Там и личность Иисуса тоже в картинах раскрывалась. Я был потрясен, вот оригинал я видел первый раз, как раз, да. Руслан, приветствую, да, благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя, спасибо Богу Всемогущему.
Вот, и Поленова картину я видел оригинально первый раз. «Воскрешение дочери Иаира». Вот, и это, на самом деле, слава Богу, прям такой, как вы знаете, Евангелие в красках. Евангелие в красках, на самом деле. Вот, просто, ну, дух захватывает, честно говоря. Вот так, мало, не так много времени я был там возле картины, к сожалению. Вот, ну, по состоянию здоровья тоже. Но, знаете, то, что я ее увидел, осмотрел, вот, особенно впечатлили глаза дочери Иаира, впечатлил ее взгляд. Иисус сам как бы в тени, он, ну, действительно, Поленов показал вот, вот величие Иисуса в земном его бытии своем. Он был вот действительно не вида, не величия, он не как бы не позерствовал абсолютно, он не играл на публику, наоборот, он всегда вот был так в тени, как бы, но сила Божья явлена была, являлась. И вот сила Божья в чудесах, в знамениях проявлялась, и в частности, вот воскрешение дочери Иаира. Сам Иаир меня тоже впечатлил, его вот такой, знаете, вот, ну, такой религиозный ступор, как вот сейчас говорят, да, наступивший. Вот он религиозный человек, он как бы знает традицию, знает религию. Но здесь нечто иное, здесь совершенно, вернее, иное, здесь живой Бог. Вот, слава Богу за Поленова, слава Богу за эту картину. Вот, потрясающая картина. Я думаю, что вот как раз размышления свои я постараюсь как-то оформить и выставить. И вот после вот этой выставки, значит, «Жизнь после жизни» здесь, в Петербурге, вот размышляю такими словами. Я читаю из Нового Завета сейчас, из послания Павловых филиппийцам и колоссянам. Из филиппийцев 4.8, а из колоссян 3.2. Филиппийцам 4 глава, 4 раздел, 4 глава, 8 стих. Написано: «Братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте». Это филиппийцам 4.8 было. И Колоссянам 3.2 написано, 3 глава, 2 стих. «О горнем помышляйте, а не о земном». Да, слава Богу. Вот эти два места из Писания. Сейчас я здесь прикрою форточку чуть. Да. Вот эти два места Писания хочу сегодня вот так вот поразмышлять перед причастием, перед Евхаристией, перед хлебопреломлением. Да, я приготовил здесь вот мне хлеб. Вот, значит, и знаете, друзья, причастие – это действительно не качество хлеба, вина, а качество нашего рассуждения о теле крови Господа нашего. Рассуждение о теле крови Спасителя. Вот, и это потрясающе, это великолепно, это действительно величественно. Спасибо, Господь, спасибо. Спасибо. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю за это доброе утро. Благодарю Тебя за это таинство совершаемое. Твоя милость обновляется каждое утро. Боже всемогущий, я благодарю Тебя. И сегодня размышляю, рассуждаю, Господи, как сказано в Слове Твоем здесь, через помазанника своего Павла, наставление братьям Ты давал тогда филиппийцам, но сегодня наставление, это же наставление читаем мы, и размышляем, рассуждаем, Боже, проникаемся. Спасибо Тебе, Господь, спасибо, что Слово Твое, оно живо и действенно, и даже сквозь тысячелетия оно живо и действенно. Уже 2000 лет это Слово, оно как провозглашено, но оно по-прежнему обжигает сердца, оно изменяет нас, оно оживотворяет нас, вдохновляет. Спасибо. И в этих строках мы не только... Мы даже не сколько Павла слышим, сколько Тебя, голос Твой святой. Спасибо Тебе, Боже всемогущий. Спасибо, что Ты, Иисус Христос, вчера и сегодня, и вовеки тот же. Аминь. Аминь. Спасибо. Аминь – это
на территории современного Казахстана, Средней Азии в период раннего христианства. А, вы писали уже, Руслан, да, писали. Я, к сожалению, мало, очень мало знаком с историей именно вот христианства, да, вот на территории Казахстана, Средней Азии, очень мало знаком. Я, хотя бывал в Казахстане, конечно, бывал и не раз бывал, проповедовал Слово Божье, общался тоже там с братьями, с верующими. Я единственное, что могу вот сказать, что вот, я больше интересовался как реформатор, конечно, тем, что до того, как ислам пришел туда, значит, в Казахстан, допустим, в Среднюю Азию, христиане уже там имели свои собрания, церкви, притом довольно большие, вот, в частности, вот, там, пришедшие с Востока, пришедшие, значит, несториане те же самые, там, другие, там, дохалкидонские церкви, слава Богу. Вот, это очень важно. Вообще, знаете, то, что вот за два тысячелетия братья наши, старшие братья и сестры потрудились в деле благовестия в разных регионах, в разных странах, по всей земле, это великолепно. А сегодня мы, по милости Господней, продолжаем вот это великое деяние Духа Святаго. В Духе Святом продолжаем великие деяния Духа Святаго. Аллилуйя. И вот мысли, помыслы, помышления, что только истина. Господь, помоги нам, благослови помышлять о том, что истина. Только о том, что истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, только добродетель и похвала. Об этом помышлять. Помоги, Господи. Благодарю Тебя за наставления Павловы, Боже, которые Духом Твоим Святым были продиктованы, вдохновлены, Боже, и сегодня о горнем помышляем, а не о земном. Помышление о горнем. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благодарю Тебя, Господь. И в таинстве причастия, в Евхаристии, помоги нам, Господь, действительно горе иметь сердца. Помоги нам, Господь, действительно помышлять о горнем. Спасибо. Спасибо, Господь, спасибо, спасибо. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий, за все, за все. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю. Братья, сестры, какие помыслы наши, такие и мы. Вот, и наши помыслы, действительно, есть вещи, которые мы можем, управлять, контролировать, есть, которые не можем контролировать, но то, что в наших силах, это принять решение. Я принимаю решение, вот это очень важно. Когда такое вот есть в сердце человека, когда есть такое вот в верующем, то с великим уважением небеса смотрят на это. С великим уважением Господь оценивает это вообще. Вот, с великим страхом и ужасом ад, преисподня тогда наблюдает за этим. Вот, и великое благо для человека верующего, на самом деле, в таком решении, в твердом решении. Вот, и принимать решение. И вот как здесь вот говорится, о горнем помышлять, да, и помышлять о том, что чисто, свято. Христианское целомудрие, оно же в том и заключается. Сегодняшним утром, размышляя об этом, христианское целомудрие, оно в том и заключается, чтобы о других думать лучше, чем о себе. Больше думать о других, чем о себе вообще. И о других мыслить лучше, чем о себе. Почитать других людей, окружающих людей, неважно, верующих, неверующих, высшим себя. Знаете, это в этом великое смирение, великое благочестие,
в этом действительно вершина святости. Учиться у каждого человека, неважно какой он там религии, традиции или вообще атеист, отрицающий Бога, учиться у всех окружающих и брать, как, знаете, вот пчелка облетает, значит, кстати, по-моему, вчера был как раз день, когда вот международный день какой-то с пчелами связанный. Вот, и вот как раз пчелки, они облетают разные цветки и садятся на цветки там, на цветы не только там, не знаю, обычные такие хорошие, но и на такие, которые, может, там ядовитые даже, вот, нехорошие, но пчелки берут только хорошее, вот, берут полезное, берут хорошее, вот, и мы также, вокруг нас такой пестрый цветник разных цветов, вот, столько душ вокруг, столько человеков, особенно вот в больших городах, вот здесь в Петербурге, вот, выйти в город, я вот, пока на этой выставке был, там много людей разных очень. Вот, и так вот пройдясь немного по Петербургу, вот по аллее там, вот то много людей, ночь музеев там называлась, да, много людей на прогулках, и знаете ли, как много цветов этих, да, вот, много людей, много душ, каждая душа как некий цветок. Правда, у некоторых цветник, его сердце как бы, да, ядовит и, да, благословение вам из города Брянск, Евгений, слава Богу, спасибо огромное, брат дорогой, вот, даст Бог и вас побываю вновь. Брянская область, она в моем сердце также, потому что хочу снова посетить Сураж, Суражский район, где служил я традиционным православным священником в 95-96 годах. Вот, и, значит, даст Бог, вот после поездки в Петербург вернусь домой в Тулу, вот, и в Орел, и, а там уже, там Брянск уже совсем рядом уже, в принципе, что там с Орла-то ехать. Вот, поэтому даст Бог, летом как раз увидимся, слава Богу. Вот, и, конечно, хотелось бы снова, там, а там и Беларусь, там уже и Гомель, и Минск, вот, в Беларуси тоже молюсь за Беларусь, за поездку. Вот, и слава Богу, что, как вот, размышляя сегодня, вот, наполняюсь этим Божественным Духом, потому что Слово Божье, оно такое производит действие потрясающее, само размышление над Словом Божьим, размышление над Личностью Иисуса, размышление о горнем, оно просто нас, вот, действительно облагораживает, оно нас наполняет вот этим чудом, наполняет нас Духом Святым. Вот, и христианским смирением, смиренно-мудрием. А христианское смиренно-мудрие о других людях думать лучше, чем о себе, и почитать высшими себя. Иисус был образцом вот этого христианского смиренно-мудрия, можно так сказать, да. И даже когда на кресте уже умирал, Он почитал людей высшими себя. Даже тех, кто распинал Его, даже тех, кто кричал «распни, распни», даже тех, кто висел возле него, вот, будучи распятым за дело. Они были разбойники оба, и справа, и слева. Но Иисус, Он не превозносился ни над преступниками, ни над убийцами, ни над кем. Он почитал себя низшим, вот, и был рабом, действительно. И вот пример христианского смиренно-мудрия – почитать людей высшими себя, почитать всех лучше себя и выше себя. Вот, это не некоторые почитают это как бы, да, вот таким самоунижением. На самом деле человек верующий, он как сын Божий или дочь Божья, вот, имеет ну, самый великий статус, я скажу, во всей вселенной. Но самый великий статус – это действительно быть сыном Божьим, дочерью Божьей, быть детем Божьим. Вот, и мы дети Божьи. Вот, и, но удивительная вещь. Вот, вот Бог превознес нас таким образом и дал нам великое имя. Мы носим имя, которое превыше всякого имени. Да, это имя Иисуса Христа мы носим.
мы называемся христианами, мы имя Христа носим на себе, вот, и это, не знаю, величайший титул вообще во Вселенной. Вот, я скажу, что быть христианином – это, ну, величайшая честь на самом деле. Быть Христовым, быть христианином и имя Христа носить, да, это величайший титул. Быть детем Бога – величайшая честь. Но еще более величественно то, что, да, имея великое имя, титул, имея великую суть Сына Божьего, еще более величественно то, что Христос в нас, живет в нас. И это природа Агнца. Это не природа хищническая, не природа волка, хищника. Нет, это природа Агнца. Удивительная природа Агнца. Агнец и лев одновременно. Очень часто мы, христиане, даже эти картины изображаем, да? Вот, Агнец и лев. Конечно, некоторые указывают на вот древнее пророчество о том, что будут вместе и Агнец и лев, но на самом деле там по-другому говорится. Вот, там тоже лев упоминается, но немного чуть по-другому, значит, и Агнец тоже упоминается, но чуть по-другому. Вот, но, знаете, в тех пророчествах имею в виду, но изображение льва и Агнца вместе, это на самом деле изображение вот той сути, как бы, вот этих ипостасей, да, этих вот составляющих важнейших личности Иисуса. Он и Агнец, и лев. Вот, и Он живет в нас, верующих. И важнейший признак того, что Он живет в нас, и Он начинает царствовать в нас, и господствовать, и всецело господствовать, безраздельно господствовать, когда мы окружающих начинаем почитать высшими себя, лучшими себя, как Он почитал в земном своем бытии. Спасибо Тебе, Господь! Спасибо Тебе, Царь Вселенной! И мы начинаем действительно о горнем помышлять. Наши помыслы, какие помыслы наши, да, какие наши мысли, такие мы. И вот и важная сущность такая проявляется, божественное в нас, когда мы начинаем помышлять о небесном, помышлять о нем, помышлять о горнем. Вот это слово, но горнее — это уже такое малоупотребляемое слово. Горе вообще не употребляется фактически сегодня в русском языке. А жаль, очень красивое слово. В литургии православной на славянском языке это мы слышим, да, каждый раз. Там «Горе имеем сердца» — один из самых красивых таких возгласов литургии. И хор поет «Има мы ко Господу, благодарим Господа, аллилуйя, аллилуйя». Ой, обожаю литургию православную, это жемчужинка вообще, не в обиду никому. Вот, потому что я очень уважаю разные служения, очень люблю разные служения, очень люблю католическое служение, мессу католическую, римскую, очень люблю, она мне очень нравится. Лютеранское служение очень люблю. Здесь, в Питере, ну, сейчас вот не смог в связи с то, что приехал и простывший немного, значит, но как будет возможность, очень хочу побывать на лютеранском служении вновь. Очень люблю лютеран служение. Очень люблю харизматическое служение за такую простоту, такую ясность, вообще искренность, такую честность. Очень люблю писятническое, классическое служение, такое, знаете ли, вот такое серьезное, такое глубинное такое, знаете ли, такое. Баптистское служение обожаю просто вообще. Вот, где Слово Божье ставится так во главу угла, где вот, знаете, вот так подчеркнуто все это, порой вычеркнуто даже так вот, интересно очень. Вот, адвентистское служение люблю очень. Они чтут субботу, значит, и вообще, значит, там такое, там, все там у них, там, эти кружки, вот такие собираются на служение, когда прихожу к ним, я радуюсь, интересно, вот, там у них разбор такой, как бы, обсуждение, разделяются на такие, как бы, кружки такие небольшие, все собрание, и они ведут обсуждение, и каждый высказывается, интересно очень, мне нравится такая традиция. Вот, и я посещал за эти годы, последних вот 20 лет,
как реформатор, обновленец, я посещал и посещаю очень разные служения, очень разные конфессии, деноминации, делюсь Словом Божьим с превеликим удовольствием в разных собраниях, очень разные даже, порой настолько разных, там, от ультрахаризматических до ультраконсервативных таких, значит, там, и даже у амишей в Пенсильвании бывал, у меннонитов, ну, то есть это довольно такие консервативные протестантские старые такие конфессии, направления, ветви такие, древние православные, древние протестантские, извиняюсь. Вот, в том числе и у старых православных, древних православных, старобрядцев, допустим, да, на Аляске, допустим, да, вот, и это удивительно, вот, да и здесь в России тоже бывал уже, вот. В Украине общался со старобрядцами, но не бывал на служении, хотя заходил в храмы, там, на Подоле, допустим, там, старобрядческий храм в Киеве. Вот, очень разные служения, разные, да, формы служений. Но вот такое классическое православное служение мне, честно говоря, вот я за все годы моего христианства я более красивого ничего не нашел, вот честно говоря. Более вот того, что по сердцу, знаете ли, больше по сердцу не нашел ничего. Вот, и обожаю православную литургию, вот, и скажу, что сама литургия православная, она прекрасна, она возвышена, она является таким, знаете, гимном, гимном возлюбленному, гимном любви. Вот, это удивительно. Я думаю, что Бог позволит, и мы вот в августе месяце уже в Киеве проведем такие литургии, открытые, вот онлайн даже литургии у нас в Киеве, да, чтобы это было вот для всех и вся, вот, для литургия открытая для познания, вот, знаете, вот познания вот этого Бога-человечества и человека Божия, для раскрытия вот этого таинства Евхаристии, хлебопреломления, причастия. Вот, к сожалению, в традиционном православии литургия, она вот загажена многобожием, идолопоклонством, религиозным колдовством, оккультизмом. Вот, и, но лишенная, очищенная от всего этого, наслоение этих всех человеческих, бесовских, знаете ли, несмотря на тонны грязи, набросанные на это богослужение православное, сама суть, она чистая, она святая, великолепная просто. Вот, и есть просто такие вещи, которые, их не передать, их можно только переживать. Литургию невозможно даже пересказать, ее можно вот переживать, лишь, возможно лишь ее пережить. Это одно из таинств вообще. Вот, и сегодня хочу снова прочесть Филиппийцам 4:8. Братья мои, пишет Павел здесь, да, Духом Святым, вдохновлен, будучи вдохновленным, он пишет, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. И Колоссянам он говорит, о горнем помышляйте, а не о земном. Спасибо, Господь. Благодарю Тебя, Господь, что мы горе имеем сердца. Имя мы ко Господу. Сегодня сердца свои вознесем, сердца наши ко Господу. Спасибо Тебе за все. Благодарю Тебя за это таинство, за эту великую тайну. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за тайну бытия, тайну Богопознания. Благодарю Тебя. Спасибо, Господи, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо. Благодарю Тебя за то, что не золотом, серебром, нет. Никакие ценности этого мира, драгоценности этого мира, этой земли, они не способны были бы ничего подобного сделать. Не хватило бы никаких богатств. Ой. Ой, Боже. Благодарю Тебя, что никакими другими богатствами,
а именно самым великим богатством, которое мы имеем. Боже, и с этим богатством действительно мы богачи всех богачей. О, спасибо. С этим богатством, Боже, даже человек, живущий как тот библейский, этот бомж, нищий по имени Лазарь, о котором ты рассказывал, с этим богатством он самый богатый богач, по сравнению с которым все богачи этого мира, все толстосумы этого мира просто нищета, просто голодранцы. Великое, великое, великое. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Да, Роза тоже, доброе утро, салям, доброе утро, Роза. Спасибо всем братьям, сестрам. Я попозже почитаю вот то, что пишете. Отвечу, вот, если там вопросы какие есть, вот, при возможности. Но сейчас вот давайте совершим причастие, размышляя о великом таинстве. Братья, сестры, мы богачи. Мы просто сказочные богачи. Мы имеем великое таинство, великое сокровище. Сокровище, которое, посредством которого все сокровища этого мира просто ничто. Просто ничто. Величайшее сокровище. Христос в нас. Упование и слава. Тело и кровь нашего Господа, Спасителя нашего, Иисуса Христа, живущего в нас, верующих. Спасибо тебе, Господь. Благодарю тебя за эту великую тайну. Благодарю тебя за величайшее таинство во Вселенной, за жизнь вечную. Ты, Иисус Христос, живешь в моем сердце. Ты живешь в сердцах миллионов и миллионов верующих, разных конфессий, разных деноминаций. И ты царствуешь в нас и среди нас. Спасибо тебе, Господь. Сегодня гореем, мы имеем сердца. Сегодня мы имеем сердца ввысь, возносимся ввысь. Боже, пламенеем этой любовью, духом пламенеем. Господь, тебе служим и совершаем причастие, рассуждая о теле и крови твоих, рассуждая о великом спасении, рассуждая о великой жертве. Спасибо, Господь. За Голгофу, за кровь я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец, благодарю тебя, Иисус, благодарю, о Дух Святой, за все я благодарю. Я тебя, Господь, люблю. Я тебя, мой царь, люблю. И за все благодарю. За Голгофу, за кровь. Я тебя благодарю. За воскресенье Твое, за победу Твою, за жизнь вечную,
бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой, Иегова, Творец неба и земли, Папочка мой небесный. Благодарю Тебя, Господь, благодарю, благодарю. Благодарю Тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Царь мой, брат мой, друг мой, Целитель мой, Освободитель мой. Аллилуйя! Благодарю, о Дух Святой, Ты всегда со мной, Утешитель мой. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тобой я движусь и существую, живу. Спасибо. За все я благодарю. Я Тебя, мой Бог, люблю. Я Тебя, Господь, люблю. И за все благодарю. Аллилуйя. Слава Тебе, Господь! Благодарю Тебя, Боже, за это хлебопреломление, за причащение, причастие тела и крови Твоих. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Благодарствую, Господь, Боже, за эту честь сегодня преломлять хлеб со всеми святыми, со всеми боящимися Тебя и любящими Тебя, верующими разных конфессий, разных деноминаций, разных традиций, культур, разной теологии, разной идеологии, Боже, древних и новых ветвей, всех ветвей христианства, Боже, всех, кто подключается сейчас онлайн или потом в записи будет смотреть, Боже, действительно, как говорил Твой помазанник еще в 5 веке, блажен Августин, так и есть. В главном у нас единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем Твоя любовь, Господь. Во всем Твоя любовь. Во всем Ты. Спасибо, Господь. Действительно это так. Благодарю Тебя, Боже Всемогущий. И хотя мы такие разные, но Ты всех нас любишь, Господь. Мы по-разному славим Тебя, разные песни поем, по-разному представляем даже Тебя, мыслим о Тебе, так по-разному порой. С разной теологией, с разной идеологией на самом деле, религиозной. Но, Господи, Ты любишь всех нас. Спасибо Тебе, Господь, спасибо. Спасибо. И Ты открываешься простым сердцам, Ты открываешься, Господь, искренним сердцам. И мы принимаем причастие сейчас тела Христа Иисуса. Аминь. Кровь Христа Иисуса. Аминь. Рассуждая о теле и крови Господа нашего Спасителя Иисуса Христа, я принимаю это таинство, тело Христа. Примите источника бессмертия, вкусите. Аминь. 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 Спасибо, Господи, спасибо. Спасибо. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Спасибо, Господи, спасибо. Аминь. Аминь. Благодарю Тебя, Господь. Спасибо, Господи. Спасибо за жизнь. Спасибо. Спасибо за исцеление. Спасибо за освобождение. Спасибо за дар вечной жизни.
Спасибо. Иисус, спасибо. За все спасибо. Мой Бог, спасибо. 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 Благодарю, что свободу мне дал, что за меня жизнь свою ты отдал. О, спасибо, Господь, спасибо, мой Царь, спасибо, друг мой и брат мой, Господь мой и освободитель мой, Бог мой, искупитель мой, живой Царь. Спасибо, спасибо, благодарю Тебя и благословляю великое имя Господне. Благословляю всех вас, братья, сестры, дорогие друзья, благословляю именем Господа Иисуса, благословляю во имя Христа. Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя. Да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя. Да обратит Господь лицо Свое на Тебя и даст Тебе мир. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь, аминь, аминь. Всех причастников, причастниц поздравляю с причащением святых Христовых тайн, тел и крови Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Слава Богу! Благословляю всех вас, благословляю свою семью сегодня, ваши дома, ваших родных, ближних благословляю во имя Христа. Вот, из города Санкт-Петербурга, Божьей милостью, архиепископ Сергей Журавлев, Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя. Мир всем вам и благодать да умножится! Христос воскрес из мертвых! Аллилуйя! Смертью смерть поправ.